Всем привет, с вами я, Наталья Куткова. Сегодня у нас с вами последний аркан цикла, да, с 22-й энергией. Это аркан шута, или дурака, как некоторые говорят. Шут или дурак в картах Таро. 22-я энергия – это энергия свободы. Это день, когда желательно отбросить все рамки и ограничения, все, что нас сковывает в повседневной жизни, и уделить время своему внутреннему ребенку. Если вы одиноки и вам трудно сближаться с людьми, значит, вы не принимаете своего внутреннего ребенка, и вы не принимаете себя. Устройте себе праздник, сделайте то, что вам хотелось в детстве, но у вас этого не было. Покатитесь на велосипеде, на самокате, сходите в кафе, побалуйте себя вкусненьким. Откройте свое сердце, будьте радостным, творческим и общительным. Сегодня нужно внимательно следить за знаками, которые могут указать вам тем самым путем, в котором вы движетесь. Этот день внутренней свободы, который подталкивает к нам к новым открытиям, к новым вершинам, не ограничивая свои мысли и чувства. Чем больше вы будете сопротивляться этому, тем чаще эти уроки будут повторяться. В такой день можно не бояться быть открытым, искренним в отношении. Все ваши чувства будут поняты правильно и без искажения. В работе не начинать ничего нового. Также этот день благоприятен для возврата долгов, выплаты коммунальных и налоговых платежей. Это день легкости, день воздушности, день легкого путешествия, либо ближайшего путешествия. Почувствуйте свободу в этот день. И она нам пригодится, да, на следующих 22 дня, а именно 21 день. Вот это была энергия шута или дурака, 22-й энергии. С вами была я, Наталья Куткова. Пока-пока.